Всем привет, привет! Я начинаю снимать свой новый влог. По Маше будет совсем нет. Сегодня у нас Сегодня у нас 2 января. И вот так вот у нас на улице так и нет снега. Сегодня уже потеплело. Где-то, наверное, минус 5 всего. Снега так и не было. Как обычно у нас на Новый год. Снега никакого нет. Нам надоело сидеть дома. Мы решили сходить в бассейн, если, конечно, он открыт. Если закрыт, значит завтра. Вот, вот так вот у нас. В принципе, тепло на улице. Жалко, что снега нет, конечно. Не кривляйся. Вот мы в бассейне. Там есть собачка. Ленчик плавает. Давай, 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 плыви, плыви. Он трусишка у нас, хоть и рыба по гороскопу. Но трусишка жуткий. Такой вот у нас бассейн. Часто проходят соревнования разные. Ну там Ника плавает. Ника! С подружками тут прыгают. Блин. Ника, ты прыгни, я сниму. Прыгай. Ну давай. Гуны не истерят. Гуны на догадом. А их невиданные приключения. Судьба зависит от меня. Только-только начались. Чтобы разобраться, нужно в Лондон. Так, похоже... Уже 4 января. Завтра мне уже на работу. Сегодня у нас начался ремонт ванны. Вот вы слышите, у нас... перфоратор работает, а теперь те соседи вредные, которые постоянно работают с перфоратором, это мы. Ну, правда, у нас это не так часто бывает, и это ненадолго. Я думаю, часа 2-3, и муж собьет всю старую плитку перфоратором. Дальше, в принципе, шума особо не будет от нас. Вот, сейчас мы снимали все эти старые шкафчики, которые там были прицеплены, выносили стиральную машинку. Вот, в общем... Началась веселуха в деревне утро. Вот, а я сейчас, пока муж снимает плитку, крошу винегрет. Поели мы все новогодние салаты. Вот сейчас у нас что? Начали сбивать плитку. Вот. Сняли все старые шкафчики. И муж начал убивать вот перфоратором плитку с пола. Здесь ужас творится, конечно. 100-летней давности пол. Такая вот веселуха у нас началась. Ну, буду снимать по мере ремонта. На улице у нас сегодня весна, плюс 5 градусов. Ну, как обычно, в общем-то, у нас зимы еще и не было с ноября месяца. Вот я крошу винегрет. И у нас такие вот веселые праздники. Смотрю мелодраму, что-то захотелось такого русского, какую-то мелодраму включила. Называется «Сюрприз для любимого». Вроде ничего так, даже интересно. Вот так вот. Ну ладно, будем снимать. Всем привет! Сегодня у нас Рождество, 7 января. К нам наконец-то пришли настоящие крещенские морозы, рождественские морозы. На улице почти 20 градусов, выпал снег. То есть пришла к нам зима только в начале января. До этого весь декабрь было холодно. Туда смотрим. Колька прячется, не хочет сниматься. Вот сейчас
мы едем к моему крестнику на день рождения. Дети уже там. Это как бы детское вообще день рождения. Мы едем чисто за ними и так посидеть, поужинать. Вот сейчас покажу, как у нас на улице. Это уже вечер. Уже около 9 вечера. Поэтому на улице уже начинает. Ой, господи, холодно, мамочка. Я в шубе. Ой, не грохнуться. Так, вот у нас настоящая зима. Прям реально холодно. Ну, правда, я смотрела прогноз погоды, там буквально 2 дня, а потом опять плюс 3. Такая вот ерунда. Еще проблемы с машиной. В общем, я пока снимала, окочурилась, руки замерзли капитально. Мы отвыкли от такого мороза в наших югах. Сейчас будем еще долго прогревать машину. Может быть, там что-нибудь на праздники поснимаем немножко, если будет что-то интересное. А если будем сидеть просто и кушать, то снимать не будем. Сейчас будем зажигать салют. Гоу, потом далеко. Сейчас, например. Гоу-пи. Сначала им что-то было скучно, а потом разошлись. Детское шампанское выпили. Развеселились. Ой! Ну вот мы уже приехали. С гостей подпраздновали день рождения. Было весело, салют был. Вот, и сейчас покажу, что у нас в ванной, как продвигается наш ремонт. Сначала муж начал его делать сам, но плитка у нас просто убойно приклеена, наверное, клеем ПВА. Она совершенно не хотела отбиваться. Поэтому мы решили нанять человека, профессионала в этом деле, так скажем. Вот, и он отбил нам плитку. И вчера уже постелил плитку на пол. А завтра придет и начнет уже ложить плитку на стены. Сейчас покажу, как там сейчас происходит, что. Вот в таком вот виде сейчас наша ванна. Он снял всю плитку. Вот так вот все это выглядит жутко. Вот тут висит еще такие инструменты. И вот он уже начал стелить плитку на пол. Сейчас она, конечно, вся грязная. Толком ее не видно. Всякие ведра, инструменты. Вот, ну, главное, самое главное, что эту плитку жуткую сняли наконец-то. Теперь в любом случае уже будет лучше. Вот еще осталось немножко плитку на пол положить ему. И уже на стены начнет потихоньку. Вот, а также пришлось снять обналичник. Он был старый, начал крошиться весь, когда отдирали они. Вот, ну, уже новый обналичник будем покупать. Ну, дверь оставим прежнюю, потому что дверь хорошая, деревянная. Ее можно помыть, вскрыть лаком, и она будет как новая. Вот. Вот на такой вот стадии 7 января у нас ремонт. Так, сегодня у нас уже 10 число, и вот так вот уже выглядит наша ванна. Уже начинает прорисовывать тетечка, вот тут вот будет по центру. Вот в таких вот цветах у нас она будет. Коричневый такой, светло-шоколадный цвет. Вот этот очень красивый, приятный цвет. И вот такой вот бежевый. Такая красота появляется уже. Уже начинается хотя бы чуть-чуть проявляться, как это все будет выглядеть. Там, конечно, еще бардак в ванной. Сегодня у нас 15 января. На улице у нас не очень весна. Солнышко светит, припекает. И ветра нет, что самое интересное. У нас обед, мы гуляем. На улице такое ощущение, что градусов 10 тепла. Все почти потаяло, уже ничего нет, остались только вот ледышки чуть-чуть. И солнышко прям привлекает, прям по-весеннему. Вообще супер погодка. Обалденно. Маши, привет, привет всем.
Ну вот мы и закончили наконец-то наш ремонт в ванной. Она получилась такая классная, нам очень-очень нравится. Я сейчас купалась, как будто какая-то новая ванна получилась совершенно. Вот и, я уже расставила все свои. И новые краны. Да, все новое сделали. Ванну сделали тоже, вставку в ванну, чугунная ванна у нас. С акриловой вставкой получилась. Лёнь, не вставай. И вот ракушки. Да, коврик сделали. Купили такой для них, чтобы не скользко было, а то она новая. Экран под ванну вот сделали, у нас его не было. Ну, пока еще, конечно, отмывать нужно здесь все. И вот осталось нам сделать батарею, покрасить в белый цвет и потолок покрасить в белый цвет. Так, в общем, вот так вот у нас потолок получилось. А вон такая вот женщина. Вот потолок нам. Да, Леночка, вот тот вот потолок. И купить сюда люстру. Люстру еще осталось, мы еще не докупили, не хватило у нас. Вот, там я в ночнушке уже. Вот такой вот еще подставочку купили, одну под шампунь. И такое вот зеркало с подставкой купили. Раковина у нас была, это белая. Вот так вот получилось, нам очень-очень нравится. Не зря муж весь отпуск здесь провел в ремонте. Что ты фокусируешься через раз. В общем, вот такая вот у нас женщина. Все, на этом буду заканчивать свой влог. Долгий-долгий январский свой влог. Я, кстати, покрасилась краской от Faberlic. Показывать себя не буду, потому что я такая вся распаренная после купания, после масок. Вот. Буду прощаться. Всем пока-пока. Увидимся в следующих видео. Ну вот, мы сделали потолок наконец-то. Покрасили его просто пока. Хотели сделать натяжной, но пока не вытянули по средствам. Вот, и повесили вот такой вот шторку. Коврик положили. У меня получилось так очень уютно. Осталось сюда люстра. В общем, получилась вот такая вот в бежево-шоколадных цветах ванна. Нам очень-очень нравится. Просто супер получилось, честно говоря. Это именно то, что мы хотели.